Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сейчас я вам покажу, хочу показать, как обработать вот такой вот, вот такую застежку на текстильную сумочку. Эти застежки нужно зажимать плоскогубцами, а в текстильной сумке это у нас не проходит, потому что нам нужно как бы... Мы не можем зажать, у нас оно пойдет на лицевую сторону, поэтому хочу показать, как я это сделаю. Вот с этой ниткой беру я вот такие два кусочка, складываю вдвое и вот здесь вот прорезаю дырочку. Здесь, чтобы можно было... Вот в этой пряже неудобно делать. Если пользуетесь этой, то, конечно, лучше подобрать кусочек тканюшки в тон, чтобы была не такая полоска, а был квадратик, на который мы это дело прикрепим. Вот. Видите? Теперь сюда я дам капельку клея. Не совсем капелька у меня получилась. Ладно, сейчас промокнем. Так. Ну и кладем зажимчик наш. И плоскогубцами зажимаем. Даем высохнуть. Вот она одна половинка. Теперь вторую половинку точно так же. Вот подготовлены две части. Теперь беру мою сумку. Вот с этой стороны, где эти штучки, опять я наношу клей. Теперь уже не капельку, можно чуть побольше. И на середину приклеиваю вот так вот. Теперь на вторую часть наношу клей. Конечно, оно сейчас не приклеится, нам нужно будет так вот. Сейчас я одеваю, так, застегнуто, и теперь вот смотрите, подвинем, выровняем, вот оно, и вот так вот закрываю. Теперь ставлю сюда чего-то тяжелого и оставляю на ночь. Так, теперь второй способ. Вот из такой трикотажной пряжи, вот где она такая побольше, вот это тут у нас получится получше. Делаю, складываю вдвое, тоже делаю дырочки. Продеваю вот капельку клея. Надеваю пластину и зажимаю. Вот такая вот заготовочка. Вот она. И вторую точно так. Вот видите, она приклеена. Теперь нам осталось закрепить еще иголочкой с ниткой, чтобы все было у нас красиво. Конечно, это с этой пряжи лучше найти кусочек в тон. Если нету, то, конечно, придется вот так вот. Но если будет просто квадратик, намного лучше будет
Не то чтобы красивее, даже просто крепче будет. Вот так вот мы пришиваем и фиксируем. И все, и будет оно у нас держаться. Я не хочу обрезать, чтобы потом не трепалось. Именно в этих нитках я подгибаю. Чтобы не было бахромы. Вот так вот хорошенечко пришиваем. Крепко. И с другой стороны делаем то же самое. Ну, еще один способ. При помощи клеевого пистолета. Вот он. Первым делом я приклеиваю на верхушечку. Вернее, первым делом мне нужно было отрезать. Ну, вот видите, какая я. Ну, ничего. По центру. Вот. Держим. Вторая у меня пойдет сюда. Потом я вот сейчас я сделаю то, что я не сделала на этой. Мне нужно вот это все дело подровнять. Просто тканюшку подровнять. А потом только приклеивать. Вот. Теперь я ее приклею. Закрываю вот так вот, чтобы было ровненько. Прижимаем. Теперь берем иголочку с ниткой. Вот уж ничего не поделаешь, но здесь вот будут такие как бы кусочки. По-другому я считаю никак. Пришиваем вот. Вот так вот по периметру мы все красивенько пришиваем одну и вторую сторону. В принципе, и все. А с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.